В военном городке Павшино тоже акция памяти. В митинге у мемориального комплекса приняли участие представители депутатского корпуса и администрации. Хочется возложить цветы и отдать дань памяти тем, кто участвовал в этом сражении. Два ветерана Великой Отечественной войны, отмеченные наградой за оборону Москвы, дожили до сегодняшнего дня и благополучно проживают в нашем городском округе. Цветы к подножию центрального монумента комплекса, антенне радиолокационной станции. Она установлена в память о создателях системы ракетно-космической обороны страны.